Всем привет! Это новая рубрика на канале Росмен, и я рассказываю о книгах. С вами Екатерина Соболь, автор серии «Дарители и анима». И, наконец-то, мне представилась возможность рассказать не только о своих книгах, но и о своих любимых книгах. И сегодня мы начнем с жанра, какая интрига, с какого же жанра мы можем начать. Мы начнем с жанра фэнтези, и я расскажу о 6 самых влиятельных, на мой взгляд, книгах в этом жанре. Сразу хочу оговориться, что это мой личный рейтинг, мое личное мнение, у каждого оно свое, и поэтому, если у вас есть другие варианты, вы можете написать об этом в комментариях. Кстати, о комментариях. Поскольку это новая рубрика, мы в честь этого запускаем розыгрыш. Мы предлагаем почти любую книгу «Интрига-интрига». Вы узнаете, какую вы не сможете получить, но почти любую книгу из нашего сегодняшнего рейтинга в подарок. И условия розыгрыша следующие. Нужно подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать, на какую тему вы хотели бы от меня посмотреть видео в следующий раз. В этой новой рубрике Екатерина Соболь рассказывает о. Итак, давайте переходить к делу. 6 влиятельных книг в жанре фэнтези. Прежде всего, хотелось бы почетно упомянуть тех, кто не попал в наш рейтинг, хотя очень стремился. Ле Гуин, Желязные, цикл «О плоском мире» Терри Пратчетта, «Темная башня» Стивена Кинга. С огромным уважением к ним и к их работам мы переходим к нашему 6-му месту. Итак, Джордж Мартин. «Песнь льда и пламени». Я начну издалека. Стивен Спилберг, знаменитый режиссер, очень давно предрекал конец эпохи супергеройского кино. Он говорил, что людям в кино захочется чего-то более психологичного, более неспешного. И, собственно, Джордж Мартин сделал то же самое, но в литературе. В тот момент, когда казалось, что фэнтези идет по пути все большего и большего наворачивания динамики, он внезапно стал невероятно популярен с серией книг, в которой никто никуда не торопится, никогда, где главное — это психологизм, дипломатия и личности героев. И я очень уважаю эту неспешность, потому что у меня у самой в книгах неспешность плохо получается. Я всегда боюсь, что будет скучно, поэтому я очень люблю наращивать темп, но вот это очень здорово. За «Железный трон» в этой серии герои борются годами. И, в общем-то, это одна из вещей, за которые я хочу отметить эту серию. Я также не могу не упомянуть о том, что то, насколько долго Джордж Мартин пишет последнюю часть этой саги, уже стало предметом анекдотов. В Википедии статья о последней книге саги «Песнь льда и пламени» выглядит как сводка военных действий. Она вся разбита по хронологии, причем не только по годам, а по дням. И там записи вроде 2017 год, 14 мая и 13 июня. Джордж Мартин заявил, что все еще работает над книгой. 2018 год, 14 мая, и ты уже ждешь, что вот сейчас что-то. Джордж Мартин заявил, что продолжает работу над «Ветрами зимы». 5 ноября 2018 Джордж Мартин заявил, что работа над «Ветрами зимы» идет. Как сказал сам Джордж Мартин, цитата, «Дело не в писательском блоке, а в том, что постоянно отвлекаешься. Меня все время зовут то в Южную Африку, то в Дубай, а кто же откажется от бесплатной поездки в Дубай?» С пожеланиями вдохновения Джорджу Мартину и благодарностью за то, что он все еще работает над «Ветрами зимы», мы переходим к 5-му месту нашего рейтинга. «Часодеи» Натальи Щербы. Эта книга сделала совершенно невероятную вещь. Не эта конкретная часть отдельно, а вся сага в целом. Сделала удивительную вещь. Она создала субкультуру чтения на пространстве самой большой страны в мире у молодежи и у детей. Субкультуру как клуб, как единство единомышленников. И если с «Гарри Поттером», безусловно, это был огромный фандом, то здесь люди в
впервые поняли, люди очень юные, что можно создать фандом и встречаться и угорать вместе по чему-то написанному на русском языке. И примерно 10 лет назад это полностью перевернуло книжный мир детской и молодежной литературы. И если бы не история Натальи Щербы, сейчас совершенно по-другому выглядел бы мир подросткового фэнтези, в котором я лично и работаю. История о 12-летней Василисе, которая попадает в мир, где люди умеют управлять временем. Первая любовь, обаятельные злодеи, колоритные друзья и подруги главной героини, интересный сюжет – это то, каким и должно быть подростковое фэнтези. И с благодарностью Наталье Щербе за тот клуб и за ту невероятную атмосферу любви и единения, которую она создала. Я читала, кстати, комментарии людей, которые открыли для себя чтение с этой книгой. И это всегда такие эмоциональные, такие трогательные истории, что вот я никогда не любила читать, а тут я прочла эту книгу, и мне открылся новый мир. И огромная благодарность за это. А мы переходим к четвертому месту. Четвертое место. Как ни странно, самая толстая книга в нашем рейтинге – Клайв Льюис «Хроники Нарнии». Сразу хочу сказать, что я не испытываю большой личной симпатии к этой книге. Во-первых, за ее морализаторство, за такое, знаете, вот очень четкое разделение на добро и зло и желание так заклеймить тех, кто не прав. И, во-вторых, за дискриминацию, в которой неоднократно в течение истории этой серии ее обвиняли. Как сказал Филипп Пулман, автор еще одной известной фэнтези-саги «Темное начало», цитата: «Мальчики лучше, чем девочки, люди со светлой кожей лучше, чем люди с темной кожей, и такой противной бессмыслицы в «Хрониках Нарнии» предостаточно». Конец цитаты. Да, Филипп Пулман, я согласна с тобой, но я хотела бы обратить внимание на одну очень важную вещь, связанную с этой сагой. Давайте вдумаемся в исторический момент. Первые шаги жанра фэнтези. Толкин и Льюис. «Властелин колец» написан в 40-е годы, «Хроники Нарнии» в начале 50-х. Жанр фэнтези, который мы любим, который мы читаем, появился в очень особый исторический момент. Он появился в мире, разрушенном самой тяжелой войной в истории человечества. И поэтому жанр фэнтези стал таким, какой он есть. Это одновременно мечта о детстве, мечта о мире после войны и в то же время осознание того, что есть какое-то огромное зло, которое, если ты не бросишь ему вызов, и если ты не будешь с ним бороться, придет и уничтожит тебя, уничтожит твой дом, твою семью и все, что тебе дорого. И вот за этот мир послевоенной фантазии Клайву Льюису отдельное спасибо, и с благодарностью к нему переходим к следующему месту нашего рейтинга. Третье место, это вот мой личный один из фаворитов, Терри Пратчетт и Нил Гейман «Доброе предзнаменование». На этой книге написаны «Благие знамения», но она существует в нескольких переводах, и, кстати, вот этот перевод я не люблю. Мне он не очень нравится, поэтому или попробуйте почитать в оригинале эту книгу, те, кто учит английский, отличная книга, или мне очень нравится перевод, такой был любительский, где-то в начале 2000-х гулял по интернету, вот он мне прям очень нравился, с таким драйвом был сделан. Итак, два великих современных классика фэнтези объединились, чтобы написать книгу о том, как ангел и демон спасают мир от апокалипсиса. Мне кажется, уже после этой строчки можно начинать читать. Но также я хочу привлечь внимание к тому факту, что, во-первых, это невероятно смешная история, в которой библейские отсылки, классическая английская литература, такие типичные клише приключенческих историй, это все перевернуто с ног на голову и подано в очень забавном стиле. И это вот от нее абсолютно исходит ощущение того, что два талантливых человека просто собрались и безбашенно веселились и писали, чтобы повеселить друг друга. И вот за эту невероятную искренность я очень люблю эту книгу. Я читала, что Гейман и Пратчетт писали каждый свои сюжетные линии и созванивались и читали их друг другу по телефону. И смотрели реакцию по тому, смеется ли собеседник. Поэтому огромное им спасибо за эту прекрасную книгу. Кстати, 31 мая выходит сериал, который мы очень ждем. Не пропустите. А мы переходим ко второму месту.
Какой же сюрприз! И да, это та самая книга, которую вы, друзья, не сможете получить в розыгрыше, потому что ее просто нет больше. Знаменитый Гарри Поттер, такая ностальгия в первом издании Росмена. Это из личной коллекции, вы можете это видеть по состоянию книги. И это единственная книга, которую в розыгрыше вы получить не сможете. Но, тем не менее, мне очень приятно держать ее в руках. Мне повезло. И я хотела бы привлечь внимание к тому, что это не только культурный феномен, это еще и великолепно написанные книги. Я бы хотела обратить внимание на то, что это еще и прекрасный детектив всегда. Роулинг всегда очень мастерски строит интригу. Всегда есть типичный классический детектив, опрос свидетелей, интриги, интересные маленькие подсказки в ворохе подробностей. И всегда есть некая интрига, о которой теоретически можно догадаться, если быть очень внимательным, но ты никогда не догадываешься, собственно, что и является хорошим детективом. Давайте, например, вспомним историю вдруг кто-то не читал в комментариях, среди зрителей нашего видео, вдруг кто-то не читал, не смотрел Гарри Поттера, вдруг, поэтому не буду спойлерить, скажу, давайте, те, кто смотрел и читал, вспомним ситуацию с крысой. И мы на этом примере можем видеть, что это разоблачение, которое готовилось в течение истории, и вот как оно получилось. Эта история стоит на колоссах британской литературы. Тут и классические истории о закрытых школах, Диккенс, Агата Кристи. И еще, в отличие от «Хроник Нарнии», мне очень близок взгляд на мир. Роулинг, она как раз не морализатор, она гуманист. И вот эти ее идеи равенства, принятия, бережного отношения к любым существам, к любым людям, попытка увидеть что-то хорошее в каждом. И вот, казалось бы, детская книжка Роулинг, никогда не догадаетесь, что назвала главной темой этой серии, это смерть. И помимо этого, это история о предрассудках, фашизме, классовом неравенстве, и это не просто, совсем не просто милая детская сказка о волшебстве. С благодарностью за мое счастливое детство и этой книге, и Роулинг как человеку, мы переходим к первому месту. И первое место, вот сейчас просто такая интрига, все со своих мест повскакивали, кто же может быть на первом месте в рейтинге лучшего фэнтези. Не буду томить, «Властелин колец», Джон Толкин. Хотя вообще близкие называли его Рон, поэтому давайте назовем его полностью Джон Рональд Руэлл Толкин. Это не просто история, которую мы любим за сюжет. Это как книга еще и прекрасный опыт великолепного стиля и погружения в какую-то удивительную новую реальность. Не удивляюсь, почему эта книга вот в тот момент, когда она впервые вышла, просто свела мир с ума. И я хотела бы сказать о том, что мне очень близок и всему миру очень близок взгляд Толкина на мир. Он в своем эссе о волшебных сказках писал, что главные элементы хорошей сказки – это чувство утешения, побега и светлой грусти. И это то самое, что он реализовал в своей книге, и это то самое, за что мы ее любим. Также в этом эссе он писал о том, что у сказки обязательно должен быть счастливый финал, и о том, что он любит и ценит прием Deus Ex Machina, так называемый бог из машины, когда героев в конце внезапно спасает какое-то сверхъестественное вмешательство, в частности, орлы в этой саге. Многие задавали себе вопрос, когда смотрели фильм и читали книгу, почему нельзя было сразу на орлах. И в своем эссе Толкин отвечает на этот вопрос: орлов, друзья, надо заслужить. Они просто так не прилетают. Поэтому берите кольцо, идите к Роковой горе, и если вы все правильно сделаете и бросите кольцо вовремя, орлы прилетят. Не волнуйтесь. Так устроен мир.
по взгляду профессора Толкина. Кстати, давайте вспомним Джорджа Мартина. Толкин в Дубае не ездил и не отвлекался, и вообще продолжал после начала своей бешеной популярности жить спокойной, простой жизнью оксфордского профессора. И он, мне кажется, сам даже не понял, насколько великую книгу он создал. Кстати, опять-таки в мае выходит фильм «Толкин» о жизни этого человека, и слоган этого фильма «Любовь, мужество и братство». Собственно, то, чему нас учит эта великая книга. Все, это было первое место. Спасибо вам большое. Я подвигаю к себе книги. Все, кроме Гарри Поттера, и тут представьте себе воображаемого Джорджа Мартина, не его самого, а любую часть песни «Льда и пламени» вы можете получить в нашем розыгрыше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем мне рассказать вам в следующий раз. Это такой волнительный опыт. Спасибо большое, что смотрели, и пока!